Продавец прислал мне данный товар в таком вот шурудящем белом пакетике. Тут есть пупырка, давайте распаковывать. Тут пластиковый металлический элемент, я думаю, с ним ничего не должно было произойти. Как вы видите, здесь есть пупырка. Ее мы тоже разрываем, откладываем посылку. И вот так вот уже упакован сам товар. Тоже такой вот блистерный пленочный пакетик. Распаковываем. Здесь у нас есть инструкция, как пользоваться, как будто вентилятор нарисован. Оно универсально под разные размеры. У меня есть пару баночек напитков, и мы сейчас протестим данную штуку, данную открывашку, я не знаю, как ее точно называть. Указано то, что она весит 63 грамма, для кого-то это вдруг надо, не знаю. Ну и вот так вот снимается верхняя часть. Увидел в инстаграме данный товарчик, мне он заинтересовал чисто ради просто так побаловаться, что ли, потому что бывают моменты не очень, опять же, с точки зрения гигиены, с точки зрения современного мира, что происходит, я не буду это упоминать еще который раз, потому что, возможно, вы смотрите данный ролик не в тот момент, когда буйствует тот вирус, который буйствует. Банки, вот эти вот, вот здесь же ничем не защищены, и вы, когда пьете, вы, получается, касаетесь вот этих вот частей, и мало кто вот это вот все вытирает. Для кого-то может быть даже неудобно пить вот так вот. Короче, вот банка, вот этот элемент. Выполнен, кстати, из плотного пластика. Вот прям чувствуется, что он такой вот прям добротно собран. Это металлические лезвия, которые будут резать металл. Вот эту штуку нужно приподнять. Сильнее ты приподнимаешься. Вот эта банка помещается идеально. Вот. А вот более узкая банка, что, кстати, важно. Я думал, это максимально универсальная штука. Смотрите, оно расширяется не очень сильно. Поэтому вот эта банка сюда не подходит. Видите, торчит еще лезвие немножко, а я уже эту часть надел. И больше вытащить нельзя. Следовательно, мы можем открывать стандартные банки, которых, в принципе, больше, чем вот тех вот узких. Мы вот так вот надеваем. Должны это все зажать. И крутим. Я надеюсь, я делаю все правильно. Теперь. А теперь ничего. Что это? Как им пользоваться? Попытка номер два. Вот он и отзыв. Я зажал, да? Держу руками и кручу. Не, ну если это будет реально настолько долго, то в этой штуке смысла никакого нет. Или есть. Что я только что делал? Вот что я все это время так долго делал? Оно как будто вышло. Попытка номер три, если ничего не получается, он оказывается в плейлисте. То, что не рекомендуется к покупке. Зажимаю максимально сильно. И кручу. Надо сильнее жать. Надо сильнее нажимать вот здесь вот пальцами. Хорошо. Вот. У меня получилось. Вопрос только в другом. Гигиена все равно на уровне получается. Почему? Потому что эта штука падает вовнутрь. А я хотел сказать, магнитик бы сюда сделали, но это алюминий, он магнититься бы не стал. Следовательно, и тут все в металлической стружке. Весь напиток, вот, вот здесь вот все это вот блестит, я думаю, вы видите. Это все металлическая стружка, которую вы будете пить. Это полная хрень. Спасибо за ваш просмотр, на экране два ролика и подписка на данный канал у вас вылетела вот здесь вот в круглише, если вам интересно, подписывайтесь. Ссылка на товар будет в описании, но покупать я вам его не советую. Это разве что для каких-то экспериментов или когда банки уже пустые и их нужно куда-то использовать, сделать какой-то дизайн, ну можно взять данный нож, чтобы, ну, он стоит недорого, но чисто для того, чтобы потом пить, нет.